Всем привет, дорогие друзья, с вами Слава. И что я вам сегодня покажу? Новую карту, которую я скачал с помощью одного текстурпака. Новогодний микс, Новый год 2016+, новый скин. Мне уже не старый, как там я говорю, Херабрина. С вами Скелетор, кстати, забыл представиться. Ах, ты еще не подписан на меня? Видишь там? Видишь там? Наверху. Кнопочка подписаться. Если ты на компьютере, то вниз посмотри. Нажми на колокольчик и нажми кнопку подписаться. И будешь знать видео на канале самый первый. Ах, спасибо, ребят. Что добавилось в этот новый текстурпак? Вон, посмотрите, как все изменилось. Ситуацию обсуждали очень серьезно. Сторонники Хиллари утверждали, что это добрый знак свыше, благословение небес. Вот такие все хреновые, такие текстурпак. Вот такой хороший, кстати. Ой, забыл, посмотрите, какие рельсы. На Новый год поставили зеленый. Вообще класс, ребят. Я ничего не хочу сказать. Но эти твари очень редко ошибаются. Ну, а? Вот. Жалко. Но Лиза почему-то не хочет играть со мной. Журнал Newsweek, уверенный в победе Клинтон, давай играть. Заготовить 125 тысяч выпусков, на обложках которых она названа президентом США. Тираж уничтожили, дело замяли. Но борьба за пост. Тебе-то зачем эти тупые скины? Помните, о чем я тебе сказала? Нехорошие скины, просто из-за них я не могу играть с Лизой. Лиза не хочет, потому что... Кандидат в президенты часто падала в обмороке или еле держалась на ногах. Обсуждались ее бесчисленные диагнозы, среди которых деменция, то есть старческое слабоумие и провалы в памяти. Злорадные журналисты подмечали, как часто Клинтон заходится в кашле. А это что? Какой домик? Нет, а вот это... Да блин, не труп. Ну вот это пора... Она должна долго молча стоять у микрофона перед большой толпой, потому что... Ребят, смотрите. Страшно смеяться, нелепо открывать накрашенный красной помадой рот, дергать в припадке головой. При этом Клинтон... И при чем? Ребят, это я видел... Это я видел в видео про Майнкрафт. Если что, вы можете посмотреть... Нет. И вы можете это увидеть, если у вас приложение Play Market, когда будете скачивать Майнкрафт, посмотрите это видео. Если вы увидите видео, и вы поймете, что это за дом. И если вы будете в Майнкрафте ставить елки и будете дружно все играть, тогда никаких звезд не будет. А вот с нами всегда беда, если Лиза вот, если я ничего не скачаю себе, а Лизе это не нравится. Не хочет, чтобы... Ну ладно, скин я вам в следующий раз покажу. А на этом с вами был Скелетор. Подписывайтесь на канал. Это не настоящий, это Слава Скелетор. С вами Скелетор, подписывайтесь на канал. Слава. С вами Скелетор, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем удачи, всем... Это Слава! Пока! Больно же!